Все? Я думал, что это будет сейчас. Там птичка должна была вылететь. Потом посмотрю, если что-то снимет. Всех приветствую в спортивном клубе «Клетка». Мы сегодня работаем с мидбольным мячом. Покажу упражнение под бокс. Вообще для тех, кто ударной техникой занимается. Как можно побросать мячи и разнообразить эту технику. Не просто выбрасывать двумя руками, а можно что-то сделать поинтереснее. Давайте первая сегодня техника, сегодня мне будет помогать Миша. Миша, мы сегодня помним, а мы с ним понимаем подряд уроки, поэтому я думаю, все уже знают его. Соответственно, вот Михаил мой друг, и вот друг Олега Саратник. С бодибилдинга. Да. У него Инстаграм, 300 подписчиков, достаточно большое количество. Давайте сейчас начнем. Можно просто перебрасывать мяч, да, давайте с классического упражнения. Когда мы ставим фронтально, прыгаем с ноги на ногу обязательно, да, и бросаем друг другу мяч. То есть вот, мы отсюда бросаем, лучше всегда здесь. То есть вот так я не бросаю. Мы бросаем, у нас вот руки, ребят, вот мы, оно, вот. Поэтому отсюда мяч надо выталкивать. То есть у нас нет такого, мы же не волейболом занимаемся. Вот, вот у нас отсюда. Побросали. Теперь, смотрите, теперь все то же самое делаем со стойкой. Мы также двигаемся с черночка и выбрасываем на выпаде. Не-не, сейчас двумя руками, ребят. На выпаде. То есть это движение, когда мы вот делали выпад, носили удар. Следующее движение. Я делаю движение, когда я делаю прыжок назад, наношу удар. И также буду мяч выбрасывать. Это координация движения на ногах. Мы закрепляем, даем установку для спортсмена. Вот я двигаюсь, я прыгаю назад и бросаю мяч вперед. Да. И руки выпрямляем четко, да, мы понимаем, что вот я, бам, я сделал движение, выбросил мяч, все. Отлично. Теперь, смотрите, мы делаем акцент, сейчас работаем только передней рукой. Миша будет бросать, смотрите, мы выбрасываем мяч передней рукой и тут же сопровождаем его джебом. Еще мы делаем толчок, рука вылетела прямо и джебом закрепили акцентированный удар. Выбрасывай, передняя рука и джеб тут же. Передняя рука и джеб. Один раз, два раза, один раз. Четко один. Все, дальняя рука. Партнер уже, соответственно, берет мяч сюда, выбрасывает. И вкрутили, да. На дальнюю ногу постоянно на раскачке все делать. Вытолкнули. И стараемся сюда туда плечо ставить. Теперь мы работаем двумя руками, выталкиваем, мы проводим комбинацию. Вот здесь, как мы работали, про урок у нас был про бустение, мы можем здесь разнообразить упражнения. Мы можем первую минуту, допустим, партнеры выбрасывают двумя руками или одной рукой, или второй рукой делают одиночный удар. Если, смотрите, если я выталкиваю мяч одной, я бросаю, ты не бросай мяч, ты не стоишь на месте. Если я бросаю передней рукой, я сделал движение, там джеб. Если я отработал дальней рукой, я дальней рукой отработал. Если я кидаю двумя руками, я отрабатываю двойку. И мы так можем работать минуту, ребят. Следующая минута. Мы делаем все по сдвоенным ударам. Сдвоенный дальней рукой. Если я работаю дальней рукой или передней рукой. Или опять двойку. Сейчас я отвечу дальше день. Давай, не бросай, я покажу. Вот, знаете, я работаю. У меня мешали задание. Да, я сделаю. Раз, раз, два. Быстро. Опять. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Все на взрыве должно быть. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Я причем люблю бить прямые удары. А вот следующий, последующий минуту будет Миша бить. Он будет бить, неважно, какой рукой он будет выбрасывать. Дальней рукой мяч он будет выбрасывать. Передней рукой мяч выбрасывать. Обеими руками. Он должен пробивать комбинацию три удара. Можно сдваивать. Можно встраивать, можно раз, два, три перед дальней. Давай, бросай. И вот он мне бросает, и тут же сопровождает раз, два, три. Бросает, тут же раз, два, три. Бросает, раз, два, три. Все. Добавляю четвертую минуту. Мы отдохнули, делаем перерыв, допустим, после каждой минуты. Это может работать с обоюдно два человека, можно работать с один. Четыре удара. Итак, мы можем до 5 минут догнать. И смотрите, если как это будет выглядеть в парах. В парах интересно делать. Я двигаю 12, ты держишь 12, понял? Теперь у вас мяч.
Да, сейчас возьмем комбинацию, там, любую комбинацию, свободной работы называется. Когда я прыгаю, меня мяч локс и вот. Вот, вот положение. Вот, не так. Вот, у меня руки лежат, как бы если ставят вот стойки. Вот у меня стойки ставят, у меня работает передняя часть. Это насчет разброса. Давайте дальше смотрим. Садись на татами. На, да, и отсюда работа спины. Я уже стою, ну у нас у меня легкий мяч специально. С правого мяча, с плеча, с левого плеча, ну юбками. С правого плеча, с левого плеча бросай. Скручиваемся, скручиваемся. Работаем минуту. Скручиваемся. У тебя нормально спина? Не очень. Тебе не повезло, значит. Ну я буду делать сейчас. Я сейчас буду делать, хорошо? Давай. Все. Вот мы работаем на скручивание, да? Отсюда следующее упражнение. Тебе сейчас сама происходит, я буду просто показывать, как надо бросать мяч. С этого отсюда, это упражнение на укрепление мышц. Смотрите ко мне спиной. Смотрите отсюда. Вот сюда меня смотри. Я, не-не, сиди на меня. Я ему бросаю мяч через плечо. Сиди. Партнер ловит, скручивается и отсюда бросает его через плечо мне. Работаем 10 раз, допустим. Скрутился, не надо касаться. Скрутился, бросил. И вот так бросай. Вот. Вот. Вот так бросай. Вот. Работаем на скручивание на боковые, на перкоты. Вот, через плечо. Все, хорошо, бросим. На чем мы делаем акцент? На то, что когда мы поймали мяч где-то. Смотрите, вот я раскрутился, я делал движение не прямой выталкивание, я должен это все делать спиной, я делаю вот такое движение. Раз. Раз. У меня идет спина, она постоянно работает, как бы если наносил бы боковые удары на крест. Следующее упражнение. Мы делаем все то же самое. Я ему бросаю мяч с этой стороны. Ты ловишь мяч, прокручиваешь вокруг головы и перебрасываешь на другую сторону, я туда перемещусь. Понял? Да. Вокруг головы. Так, только сиди на месте. Оп! Раздавило тебя. Вокруг головы. У него работает круговое движение. Причем здесь не обязательно брать мяч тяжелый, ребят. Это же мы делаем для проработки мышц. Прием, выбрасывай. Не обязательно брать там 8-20 килограмм. Это идет для проработки мышц, для того, чтобы не травмировать мышцы спины, мышцы торса, да? То есть, ну опять же, если у вас не травмирована спина, то есть, мало ли, если вы где-то что-то подсорвали спину, болит, вот как у меня сейчас болит спина, соответственно, лучше не делать. Следующее упражнение под апперкоты с мидбольными мячами. В общем, эта техника, особенно под апперкоты, она достаточно сложная, надо понимать, как она работает. Мы стоим друг напротив друга. Смотрите, как мы мяч толкаем. Вот я передней рукой. Я скрутился и отсюда делаю движение, толкаю. Да, то есть у меня, видите, вот движение. У меня как удар, вот он туда идет. Тум, и я выталкиваю мяч. Все, другую сторону вытолкнул. Скрутился и вытолкнул на винтах. Ноги обязательно должны двигаться. Ноги двигаться. Мы не делаем это движение стоя на пятках. Прыгать, прыгать, эй, ребят. Я выталкиваю удар. Мяч выталкиваю как удар. Самое сложное это боковой. Я нахожусь сбоку и отсюда бросаю. Ну я боком специально разворачиваюсь. Это такая парная работа на апперкоты, но апперкоты и боковые это самое сложное, именно потому что движение надо понять, как идет удар именно выбрасывание мяча. Вот так вот немного хотел показать про небольшую парную работу, что можно не просто бросать друг другу мяч, а именно сделать по чуть-чуть разнообразнее с ударами. В первом случае мы разогрелись, во вторых случаях мы просто закрепляем. Я, как правило, когда размялись, я в конце тренировки бывает побросать мяч очень хорошо, там не надо бросать там 100 бросков делать. Ни в коем случае не 100 бросков. 10, 20, 30 бросочков сделали, чтобы чуть-чуть мышцы корпуса поработали.
То есть не убивает, да, мы не качаемся, мы не берем штангу и там закачиваем. Мы просто сели, еще раз давайте посмотрим, мы сели, я просто раз, полосами, я, два. Если у меня мяч там тяжелый, вот, у меня все равно спина работает. Мышца включается в работу, я выталкиваю, выталкиваю, да. Отсюда вот работаю, И потом почувствуйте, чем больше вы делаете, это, знаете, это не происходит, как вы делаете это упражнение, вот у меня удар стал хороший, видимо, из-за этого упражнения. Нет. Если вы работаете, используете одно упражнение, третье, четвертое, все это вместе координирует общее движение для тела, координацию мышц появляется, мышцы укрепляются, и у вас возникают хорошие удары, скоростные, силовые. Ну, результат уже виден сразу на лицо. Если мы правильно используем материал, который находится на канале «Клетка». Соответственно, подписываемся на канал «Клетка» и на мой инстаграм. Ну и на инстаграме Миша, там, конечно, 300 человек. Ну, после всех этих видео будет, может, 1300, я не знаю. Шака, пока все.